Мне посчастливилось побывать на Канарских островах, и хочу вам показать очень популярный рецепт с Канарских островов – картошка канарским соусом. Посмотрите. Для того, чтобы приготовить картошку по-канарски, нам понадобится мелкая картошка, вот такая, и соль. Я взяла 500 грамм картошки, и на 500 грамм картошки я взяла 150 грамм соли. Как вы заметили, это очень большой объем соли. Но в том-то и секрет приготовления картошки по-канарски. Вот эта мелкая картошка должна вариться в очень соленой воде. Легенда гласит, что на Канарских островах не было достаточного количества воды, и поэтому они использовали соленую воду из Атлантического океана, чтобы сварить картошку. И картошка получалась всегда очень вкусной. Теперь уже нет необходимости использовать воду из океана, но так как им эта картошка очень нравится, при варке картошки они добавляют такое огромное количество соли. Как вы видите, я добавила небольшое количество воды. Теперь я закрою кастрюлю крышкой и дождусь, пока вода закипит. Как только вода закипит, мы снимаем крышку. Как вы видите, вода закипела. Оставим картошку вариться до готовности в кастрюле без крышки. Вы увидите, что картошка станет сморщенной. На Канарских островах эту картошку еще называют картошка с лицом старой женщины. Оставляем на среднем огне вариться и время от времени перемешиваем. Пока картошка варится, подготовим соус из красного сладкого перца, который принято есть на Канарских островах вместе с этой картошкой. Для этого нам понадобится 2 болгарских красных перца, 2 зубчика чеснока, около 100 мл оливкового масла, примерно 1 чайная ложка сухих трав, красный острый перец по вкусу, примерно 1 столовая ложка винного уксуса и соль по вкусу. Для того, чтобы приготовить соус, нам понадобится блендер. Перец нарежем на маленькие куски, все это засыпем в блендер и хорошенько перемешаем до однородной консистенции, до получения соуса. Вот и все. Канарский соус из красного сладкого перца готов. Теперь дожидаемся, пока картошка будет готова, и можно будет садиться за стол. Посмотрите, какая морщинистая картошка получилась. У меня это заняло около 40 минут. Теперь мы выключаем плиту, сливаем воду, и можно кушать эту картошку с прекрасным канарским соусом. Не думайте, что картошка будет очень соленая. Она впитала то количество соли, которое необходимо. Так что она не будет соленая, она будет очень приятная на вкус. Вот и все. Картошка по-канарски готова. И соус по-канарски готов. Теперь берем картошку и обмакиваем в соус. И кушаем. Очень вкусно, очень вкусно. Даже не верится, что из обычных продуктов можно приготовить такое вкусное блюдо. Обязательно попробуйте. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.